Моя лягушка разбила нос, ей не хватило длины террариума для того, чтобы остановиться перед прыжком. Она просто влепилась в стекло террариума и разбила себе нос. Другие лягушки у меня более ленивые, поэтому такой проблемы у них не было. Вместе с ними живет лягушка с красными глазами, я одно время думал, что она просто больная такая. Посмотрите на ее голубую попку. В общем, она очень необычного окраса, и у нее такой проблемы нет. Живут эти лягушки вместе друг с другом.